сорт острого перца аджичомбо. Этот сорт относится к виду Capsicum chinens. Это растение многолетнее. Высота такого кустика может достигать от 60 до 80 сантиметров. Срок созревания у этого перца 90-100 дней. Это перец относится к разновидности хабанера. Очень плодовитый сорт. Невероятное количество плодов. Вот посмотрите, здесь даже нет места. Вот если посмотреть, полностью все забито плодами. На таком вот одном кустике может достигать до 120 плодов. Родом этот перчик из Панамы, Центральной Америки. Посмотрите, какие кустики. Плоды созревают от светло-зеленого до оранжевого. Вот видите, оранжевый. И в конце красного цвета. Острота у такого перчика от 150 тысяч до 350 тысяч сковелей. Точно так же, как и у хабанера. Он очень-очень острый. Если выращивать его в открытом грунте, он не превышает выше 50-60 сантиметров. Если выращивать у себя в горшках дома, это сверхурожайный сорт. Он будет достигать где-то в пределах 40-35 сантиметров в высоту. И очень-очень большое количество плодов. Это я уже снимаю, наверное, я не знаю, какой урожай. Наверное, 4 или 5. Сегодня 8 августа. А он все плодоносит. Он растет меня. Вот в открытом грунте. Уже были заморозки. Очень много дождей. И вот от дождей он начал трескаться. Видите, вот такие трещины по всему перцу. Просто не успеваю все собрать. Очень большое количество перцев у меня. Вот видите, трещины пошли. Вот трещины, вон трещины. Трескается, трескается, трескается. От того, что очень-очень много влаги. Перчик очень красивый. Очень вкусный. У него такой же вкус, как и у хабанера. На родине его используют в разных блюдах. Делают с него соусы. Очень вкусный сорт. Посмотрите, какая красота. Какое количество. Это тот же самый, можно сказать, хабанера. Только сверхвысокоурожайный. Вот я его обрезал с лиганца. Верхушки пострезал, чтобы он не цвел. Потому что не успевал собирать с него плоды. Очень и очень большое количество. Уже раз сорвал полностью, они опять завязались. Вяжется очень и очень быстро. Плоды очень быстро нарастают. Только сорвал, там через 2-3 недели опять плоды. Главное, любит хорошо покушать. Будете хорошо кормить, будьте с большими урожаями. Так что советую всем выращивать такой перчик у себя дома. Очень и очень плодовитый.